Всем привет, ребята, вы на канале Мир и Мира, и сегодня мы продолжаем проходить такую крутую карту, как Staked Souls. Кстати, это мы в прошлый раз, как вы помните, остановились здесь, и до сих пор не можем решить задачку с этим вот, с этим вот кладбищем. Мы пока что смогли открыть только один сундук, и с него нам выпала какая-то ерунда. Так, давайте сложим стрелы, вот это все нам, скорее всего, больше не пригодится. И вот это вот тоже. Ну, не знаю, еда на этой карте тоже не пригождается, а уголь, я так и не понял, зачем нам нужен уголь. Уголь нужно, потому что скелету запалить. Да, серьезно, уголь так и не пригодился. Но давайте его оставим, все-таки наверняка уголь нужен будет. И я пока прочитаю все эти могильные надписи. Ребят, я понял, когда я ключом кликаю по ним, они открываются, а без ключа как бы не могу их открыть. Все ясно, я-то думал, вот оказывается в чем подвох. Ладно, так, а эту вот я вообще всегда могу открывать, это как-то странно. Ладно, в принципе тут больше реально ничего нам не пригодится, и хотя гнилая плоть скорее всего нужна будет. И я что-то душ не нашел до сих пор. Да, он заперт. Ключом можно будет их открыть, точно, ребята. А я не понял, зачем нужна вот эта вот дебук-стик? И что надо будет ей сделать этим дебук-стиком? Он все равно на выживание ничего не поворачивает. Так кому он нужен? Ладно. Вернемся к тому сундуку. Скорее всего, этот ключ обходит приват. И этим ключом можно открыть что угодно. Ладно, ребят, погнали к тому месту. Тут у нас Сабина стримерша что-то говорит. Ну, короче... Ладно, пошли вон на то место и прыгаем в портал. Скорее всего, все-таки надо было ключом открыть тот. Да, и мы открыли души. И открыли новый портал. Ладно, давайте быстренько в этой серии пройдем и это испытание. Так, здесь ничего нет, и здесь ничего нет. Для красоты эти сундуки были, скорее всего. Тут тоже ничего нету. И давайте-ка пойдем. Тут с кем-то, наверное, надо будет поболтать. А, вон с тем, да. С тем чуваком надо будет поболтать. Приват, приват, бро, что тебе надо? Давай без всяких лишних слов, говори, что тебе надо. Ай, очистите эти папоротники, они мне очень мешают. Так бы сразу и сказала, болтун. Конечно. Ладно. Это, конечно, легко сделать так, чтобы выдал предмет, который может что-то ломать. И также легко сделать так, чтобы, ну, тест фор блоком, чтобы подсчитать... Сколько этих вот дернов осталось, и как бы когда ты уже победишь. Так, это вот срубим, это вот срубим. Ну, насчет неразрушимых предметов, я не знаю, какой-то геймрул, наверное, есть. Надо посмотреть. Так, в этом доме ничего нету, да, скорее всего, ничего нету. Так, посмотрим, где еще пропустил это вредное растение, которое ему прям так надо срубить. Так, здесь ничего нет, ничего нет. Понятно. А, кажется, во-во-во, последнее растение, и, если я не ошибаюсь, он... Он мне что-то даст, да? Спасибо, то, что помог. И я хочу дать тебе это вот... Это вот какую-то ерунду он мне дал, конечно. А, это портал, видимо, портал. Нужно 4 больше, души больше, чтобы войти. Берем отсюда эти 4 души последние. И, скорее всего, тут что-то откроется, да? Кстати, это типа карта стала... Типа другое измерение карты. Ладно, пройдем вон туда. Что там будет, интересно. Нам надо целый стак душ заработать здесь, чтобы пройти дальше. Это вот тыква, конечно, мне не очень нравится. Хотелось бы от нее избавиться. Жаль, я так не могу. Дебук-стик тоже непонятно для чего нужен. А этот ключ, он, оказывается, имеет сразу несколько предназначений. Так, ладно. Stone Valley. Какая-то каменная дорога. Не буду я в твою лаву прыгнуть. Я поступлю хитрее. Вот сейчас вон сюда прыгну и вон туда в паутину. Ясно, да? Я обхитрил тебя. И ты меня как бы не обманешь. Все, ладно. Череп, кстати. Череп теперь не могу одеть. Но главное, сохранился у меня. Дорогая штука. Так. Пойдемте, ребят. Кстати, я в любой момент могу вернуться туда, да? Получается. В сундуке ничего нет. В палатках ничего нет вообще. Ну, скорее всего, на этой карте ничего нет вообще. Хотя, постой-ка. Где-то тут что-то должно быть обязательно. Либо то, что мне надо будет ключом открыть, либо
какая-нибудь, короче, какой-нибудь предмет. О, там я вижу сундук. Скорее всего, там в сундуке что-то должно быть. Ну, а здесь что, я не понял. Там тоже какой-то сундук валяется. И, видимо, ребята, мне надо будет пройти вон тот лабиринт, как я понял, да? А вот это вот место, конечно, опасное. Вон там вот, видите, да? Я с него не выберусь, наверное. Если попаду туда, так что лучше туда не попадать. Мне придется использовать вот этот вот грин гем. Джем. Или как там его... Правильно. Так. Здесь ничего нету. Ничего нету. Опять ничего нету. Здесь наверняка что-нибудь будет. Я же знаю лабиринт. Там, где кажется, что ничего нету, там обязательно что-нибудь есть. Но, конечно, такую вот темноту на картах я не очень люблю. Потому что ничего не видно, это как бы вообще не круто. А я не понял, в этих в этих сундуках и правда ничего не должно быть? Или надо ключом открыть их? Нет, ничего не работает. Странно, ребят. Что-то произошло такое, и наверняка эта карта недоработана, либо этот сундук был типа троллинговым. Хорошо. Что здесь? Что здесь интересного? Тут вход. Пойдем в эту сторону, может тут что-нибудь будет. Эти лабиринты, конечно, я тоже не очень люблю. Но, видимо, тут кроме этого одного сундука ничего нет. Ну реально, ребят, как мне тогда по-другому быть, если... У меня ничего как бы нет. У меня есть 36 уже, но 36, мне кажется, будет мало. Да, и здесь, как вы помните, я тоже был. Тут тоже был, а хотя нет, тут нет. Да, тут я был. И одним словом, я не нашел в этом здании ничего полезного. И, как я понял, мы можем спокойно отсюда уйти. А теперь нам нужно будет найти какой-нибудь предмет, который бы ломал камень. Он ломает тыкву, он ничего не ломает, он ломает раскидистый папоротник. Он тоже ничего не делает. О, кстати, невидимость. Ух ты, круто. Типа очки не видят. А, я... И что он мне говорит? О, я ему должен деньги? Эй, ничего тебе не должен, а? Эх ты, джаб. 5 task from do... Ему нужно что-то. Сначала убей пауков, которые... Stairway. Они как бы... И потом нажми на красную кнопку. О, кстати, тут даже утопленник есть. Эх ты. И тут, кстати, намного красивее это озеро. И они очень похожи друг на друга. Purple Stairway. Убейте пауков. Да тут нет никаких пауков. Странно. Где я его пауков раздобуду? Ладно. Около пурпурных ступенек мне нужно найти ему пауков. А, вон там, скорее всего, пауки будут приходить. И... А чем я их буду... А, у меня же до сих пор остался этот Holy Sword. Пойдем-ка. Не, ребят, ну... Purple Stairway. Это же не... Это пурпурные ступеньки. Тут дельфинчики есть, но... Мне с них ничего полезного не выпадет. Мистер Утопец. Вы мне тоже не нужны. Ладно. Где эти пурпурные ступеньки, откуда будут приходить пауки? Я что-то тут вообще ничего не... Хотя, постойте, вроде бы вверх по водопаду мы что-то найдем. Ну ладно, ребят, короче. Сейчас я посмотрю, что там будет, и мы уже закончим эту серию. Спасибо за внимание, спасибо за то, что просмотрели эту серию, как бы, и... Скоро мы с вами опять встретимся, ребят. Всем пока!